всем привет! Спасибо, что зашли к нам в гости на наш канал. Нам очень приятно. Подписывайтесь и ставьте также лайки. А сегодня для вас я хочу показать картошечку, как люблю ее я, с грибами. Я уверен, вы очень много раз жарили картофель, но я сегодня хочу показать вам свой вариант. Надеюсь, вам он понравится. Смотрите, все очень просто. И специи у нас сегодня будет лук, зеленый лук, петрушка, укроп, тимьян, чеснок, грибы, шампиньоны. Я уже разрезал крупные грибы на 4 части, а маленькие напополам. А также картофель. Я его нарезал соломкой. Рекомендую воду не класть. Тогда остается крахмал и будет более хрустяще. Друзья, давайте я начну все обжаривать и все подробно вам расскажу. Добавляем оливковое масло. На этой сковороде мы будем жарить грибы. Очень важно начинать с высокой температуры, для того, чтобы грибы жарились. И они питают гораздо меньше масла. Будем жарить картофель. Добавляем оливковое масло. И наш картофель. Друзья, смотрите, буквально через пару минут какая красота у нас получилась. Теперь добавляем лучок сюда к грибам. И огонь можно чуть-чуть уменьшить. Существует очень много споров, подсаливать картофель во время жарки, либо нет. Я люблю подсолить в процессе. Грибы мы не будем сейчас солить. А также поперчим. Смотрите, какая красота. Грибочки, лучок. И теперь добавляем это к нашей картошечке. Друзья, и здесь вам пригодится вот такой вот метод перемешивания. Смотрите, вот так. Для того, чтобы картошечка равномерно перемешалась с грибочками. И в этот момент я люблю добавить буквально чайную ложку чесночка. И постепенно добавляем соль. Вот. Друзья, смотрите, какая ароматная картошечка у нас получилась. Послушайте этот звук. Все жарится. Добавляем зеленого лучка. И наши специи. Укроп. Тимьян. Ох, красота. Я это обязательно сейчас попробую. Конечно, очень горячо. Но я попытаюсь. Я люблю немножко с кетчупом. Вы можете добавить сметану. Смотрите, как вам нравится. Я вот сюда чуть-чуть себе добавлю. Вот. И попытаюсь попробовать. Смотрите, грибочки прожарились. Вот такие красивые, запеченные. Просто объедение. Смотрите, хрустящий. Ничего не подгорело. Хорошо держит свою форму. Ох, красота. Смотрите-ка, друзья. Я очень доволен результатом. Просто объедение. Ингредиенты простые, но получилось просто супер. Друзья, вам желаю хорошего настроения и здоровья. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорых встреч. Пока!